Всем привет, друзья мои. Вы на канале Duda Play. И мы играем Kills of Steel, Лунная осада, с помощью нашего Феникса. Ну и давайте всех жарить. Танчиков, танки вот эти вот. Вражеские. Опа, получи. Есть еще. Так, ой, хорошо, смотри, какой молодец, а. Тихо, нифига. Ты что творишь, а? Так, отъехали мы назад почему-то. На, и второго. Так, у меня, кстати, ремкомплект есть, который можем использовать. Так, аккуратненько будем, не спеша. Подъезжаем. Вот, едет. Один и второй. Все, с расстоянием их. Так же самое этого тоже. С расстояния уничтожили. И у нас, ребята, босс. Босс у нас легион. А, давай, едь сюда. Так, сразу подлечимся. О, да, дотягиваюсь. Ой, хорошо. Мы его очень легко уничтожили. Так, ремкомплектик. В принципе, у меня здоровье было нормальное. О, чуваки. Давайте, жарьтесь. Все, зажарили. О, еще один едет. На. Получи. Феникса хотите уничтожить? Нет, Феникс не уничтожится так легко. Это же Феникс. Очень мощный танк. С огневой поддержкой. Так. Огнеметик. Все, едем дальше. Угу. На, прожаривайтесь, ребята. Кто там еще у нас не прожарился? Все, уничтожили. А, вот еще один, смотри. О, да тут вас много. Так, нет, этого надо гасить. Да ё-моё, почему я медленно так еду? Ладно. Так, вот этих чуваков сейчас. Подожди, давай. Один и второй. Давай, есть. Уничтожили. Так, красненький. А, ну, в принципе, красного легко можно уничтожить. Так, мне нужно будет подлечиться сейчас. Так, давайте подлечимся. О, немножко. Немножко подлечились. Так, это чувак. Ах ты гад. Ладно, давай я попробую тебя проехать. О. Смотри, я встал на вот этот танк. Ладно, пусть он там стреляет. Он нам не нужен. Ой, еще парочку танков и все. И все будет завершено. Так, можно ехать, в принципе, далеко. Ой-ой-ой-ой-ой, на. Ну вот и босс. Лазерная пасть, боссик. Ну что ж, давай мы здесь встанем. Так, дотягивается только до сюда, да? Не, давай поближе подъедем вот сюда. О, а нет, нифига, он прям меня стреляет, гад. На, тебе огня, получил. Все, подлечились, сколько вообще возможно у нас было. Лечение использовали. Так, ух ты, тихо. Вот здесь встаем и жаримся. Во, только монетки отлетают. Только отлетают монетки от них. Уже скоро 4000 будет у нас. Ой-ой-ой, куда я пошел? Нет, здесь стоим. Ух ты, танков сколько много, смотри. Надо будет подлечиться срочно. О! Хорошо. Да, до 4000 дойдем, интересно или нет. Все, наступательная у нас такая вот тактика. Просто тупо наступаем и жарим всех подряд. Ух ты, как вас тут много-то, а.
Так, вот этого сейчас нужно поджарить. Ах ты гад, смотри. На! Есть. Хорошо. Так, стоим. Стоим здесь. Один. И второй. Так, а вот и край. Ох ты, еще. Ой-ой-ой-ой, бригада целая. Целая бригада едет. Сейчас мы всех поджарим. Да, у меня уже и здоровья мало. Ну и все, я сейчас разгону, собираем монетки. Во. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо, тихо, тихо. Еще вон едут. Два брата-акробата. Так, опять-таки толпа. О, мы их щелкнули. Так, давай здесь постоим, посидим. Там очень много танков. Есть, 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 есть. Еще один едет. На, получай. Хорош. Тихо. Прожариваем. О, вас много здесь. Ну, я сейчас всех прожарю, ребята. Почти что 4000 монет уже. Почти что 4000 монет. Так, вот это мне нужно тоже бригаду уничтожить. Да, здоровья уже очень мало. Есть. Так, босс у нас. Так, босс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это стреляющий такой. Угу. Так, ну если мы его уничтожим, то будет хорошо. Так, все, пошли жарить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Есть, готов. Уничтожили босса. Так, давайте подлечимся. Сначала я своим и боссовским. О, теперь я как новенький. Как новенький практически. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, 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 тихо. Да что ж вы такие настырные-то, алло. Все, 4000 монет есть. На. Так, и вот этих надо теперь. Один и лазерную. Катавасию тоже. На. Так, этот чувак лежит. Ну, сам себя зарет сейчас. Спасибо. Ой, все, 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 меня взорвали. А ну сколько монет я заработал за сессию? 500 монет. Неплохо. 500 монет, хорошо. Так, с Фениксом играем. Посреди лета. Его нужно, можно еще прокачать. Ладно, прокачаем потом. Надо нам собрать деньги. 7-9 тысяч монет. Так. На, есть. Так, ну ладно, мне здесь надо босса уничтожить. Ладно, до босса дойти. Дойдем до босса или нет, сейчас посмотрим. Ну, по идее должны. Так, этот нет, 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 я тебя знаю. Я знаю, как ты стреляешь. Так, вот этого чувака теперь подождем. Сейчас он подъедет. На! Ты что такой живучий, а? Уничтожили. Тут вообще можно титаном хорошо проходить, кстати. У меня титан самый прокачанный из всех танков. Есть. Так, и вот этих сейчас маленьких. На! Все. Так, когда же там уже босс будет, а? А до босса еще далеко. Сейчас красненького мы отжарим. Теперь вот этих надо будет прожаривать. Отлично. Так, это что валяется здесь? Все, отдыхай. Монетки. Следующий танк. На тебе. А ты что такое, а? Фиг убьешь тебя. Ты тоже какой-то сложно убиваемый. Так, подлечились немножко, и ладно.
Так, где ж там босс ваш, а? Скоро, скоро, не знаю. Ну, в принципе, у меня здоровье половина. Но это не говорит о том, что я сейчас могу дойти до босса. Не факт. О, бомбардира сколько много, смотри. Все, меня сейчас отщелкает. Да? Отщелкали, ребятушки. И тут я монеты заработал. Аж 38 монет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк этому видео. Подписывайся на канал, пиши комментарии, передавай приветы. Всем пока-пока.